Ярославская область готовится к празднованию 80-летия региона. В рамках программы «Обустроим область к юбилею» проводятся проверки муниципальных районов региона. Во вторник инспекция прошла в Гаврилов-Ямском районе. В Гаврилов-Ямском районе в рамках подготовки к юбилею региона было заключено 50 муниципальных контрактов. Таким образом, реконструируется порядка 50 объектов. 5 из них – это дома культуры и школы искусств. Также построят 11 новых дорог, благоустроят 32 территории. Это спортивные площадки, скверы и парки. Один из объектов – старинный парк Великом. Парк у нас Великом, он был заложен в 1878 году доктором Писаревым. И с тех пор там никто ничего не делал, парк зарос. И вот в связи с этой программой положим асфальт, сделаем освещение, лавочки, 3 детских городка, летнее кафе и небольшую танцплощадку. В деревне Плотина ремонтируется клуб – центр жизни местных жителей. Нога ремонтников не вступала сюда 40 лет. Заменена крыша, идет обновление пола и стен. Впереди замена окон и дверей. В самом Гаврилов-Яме реконструируется знаменитый Локаловский парк. В ближайшее время здесь появится игровое и спортивное оборудование, дорожки, подсветка. Рядом почти закончена открытая площадка для роллеров и скейтбордистов. По словам главы, жители активно принимали участие в обсуждении предложений и реконструкции. В сельской местности это сходы, в городе Гаврилов-Ям это действительно собрание улиц, жителей улиц и домов, которые выходили, и вечером мы давали оценку плюс, и интернет был задействован, и пробивка, будем говорить, мнения населения через помощью опроса населения. В Центральном доме культуры тем временем работы затягиваются. Это самый проблемный объект в Гаврилов-Яме. Сложности в том, что когда вскрыли крышу, она оказалась полностью вся сгнившая. И поскольку пришлось по смете, не хватало определенных материалов, то поэтому немножко сместились работы, соответственно, усилится где-то месяц плотной работы. В принципе, думаю, к сентябрю осилим. В конце масштабной инспекции представитель правительства области поделился впечатлениями и подвел итог увиденному. Здесь много объектов, здесь и ремонт дворов, и проезды, ремонт самих дорог, то есть они подошли нормально. Всего суммарно 53 миллиона выделяется на Гаврилов-Ямский район в целом. Реализация программы идет хорошо. Глава и города, и района, они очень активны. Приятно работать, всегда знаешь, что эти средства не в песок, а будут сделаны хороший объект, и жители будут довольны. Жители Гаврилов-Ямского района смогут оценить результаты проделанной работы уже в сентябре. Дмитрий Батманов, Максим Сушанов.